нашої студії сьогодні завітали Дар'я Гайдар, хореограф, і Олександр Виноградов, керівник танцювального колективу. Доброго ранку, вітаю вас у нашій студії. Та що таке позитивно вже. Так, ну що, розкажіть трошки про цей конкурс, бо і чула також конкурс «Краща команда країни». От не можу як запам'ятати. Розкажіть трошки про цей конкурс. Що це за конкурс, як часто він відбувається? Це найпрестижніший чемпіонат, в якому приймають участь всі колективи нашої країни. В различных категориях. Этот фестиваль проходил 5-й год, это был юбилейный год, и мы в нем участвовали 3-й раз. То есть мы участвовали первый раз в 2015 году, в 2017 году участвовали, и вот сейчас в 2018 году 3-й раз наш был. Ну, 3-й раз, я так зрозуміла, він у вас був. Он был самый успешный, да. Но до этого предыдущие 2 раза мы тоже постоянно проходили в топ. То есть проходят отборочные туры, на тебя смотрят, и потом участники, которые набрали наиболее высокое количество баллов, они уже переходят в финал. Это топ-4. То есть и мы, как и давно еще прошли в топ-4, так и в прошлом году, первый так год, и в этом. Первый год мы проходили 8-ку, и у нас было 5-е место. Первый год. Но первый год мы дали так, ну, нормально знать, что в Николаеве есть ребята, которых нужно опасаться. Вот. Но, тем не менее, не могли несколько лет дойти до пьедестала. Вот. Поэтому только в этом году получилось обойти очень серьезные команды, очень крутые команды, которых не удавалось обойти вот несколько, буквально там 4 года не могли. Як взагалі сталося, що ви потрапили туди? От як це? Чи самі знайшли, чи вас помітили? Ми вже, ну, коли ЛКС з'явився, да, і він перший рік пройшов, ми, звісно, побачили, да, отчет о этом мероприятии и подумали, а почему бы нам не поучаствовать. Тогда у нас как бы был такой совсем молодой коллектив, мы еще даже не понимали, что там будет, да, чего ожидать. И мы решили просто поехать, посмотреть. Сейчас мы уже знакомы с организаторами, мы с ними лично общаемся. То есть, да, и нас уже там все знают, мы как ни приедем, там абсолютно разные города Украины, очень сильные участники, и уровень фестиваля очень высокий, то есть там настолько высокая техника, там постоянно известные личности, там серьезные жюри, которых знают в Украине не только, потому что в этом году жюри приезжала к нам с Лос-Анджелеса, да? Да. Она была участницей «Шаг вперед 5», выиграла подобные мероприятия, как у нас там в UTC, вот так же само в Америке, она заняла первое место. America Got Talent, America, You Think You Can Dance, она выиграла первое место. То есть настолько... настолько серьезные и известные, популярные, получается, судьи были, что действительно было очень достойно. До речи, у нас есть трошки вашего выступа, видео трошки покажут зараз наши режиссеры. Просто, да, я бачу. Ничего себе. Та як круто, дійсно такий драйв одразу з'являється. На жаль, не можемо все відео подивитися, але я думаю, можна зайти на сторінку у Facebook і переглянути його усе. Розкажіть про емоції взагалі, бо я, ну, от я підписана на Дашу, я бачила і на Олександра теж. Бачила в Інстаграмі просто, як ви знімали відео, ми отримали друге місце. От розкажіть трошки. Емоції були просто, емоції настільки зашкалювали, тому що ми смотрели, ми розуміли, що ми готуємо сильне шоу. Но мы смотрели на другие команды и понимали, что, ну, как бы трезво оценили ситуацию, что там уровень был просто настолько, ну, профессиональный. Участвовал Киев, команда Decide, собственно говоря, они заняли первое место. Все ребята там уже давно в этом деле, в шоу-бизнесе, на потанцовках у всех артистов. То есть ребята профессионалы, они показывали очень высокий уровень, очень было профессионально, и поэтому то, что мы заняли второе место, для нас было как бы, ну, немножко, может, и удивлением, потому что это очень приятно быть на втором месте среди таких команд и все-таки стать лучшей командой страны второй, как бы после, да, вот. Эмоции было через край. Не мы бачу. Прыгали, кричали, мы стоим, говорили, второе место, ребята, мы так уже так немножко думаем, ну,
да, нет, говорит, город Николаев. Все начали прыгать, все слетало, мы пищали, обнимались, это было, потому что мы понимаем, какой процесс был сделан до, то есть репетиции дневные, потом вечерние, потом, в общем, сидели по там, скільки, да. По скольки годин тренувалось? Бо це мене цікавить завжди, ось скільки тренуюся, щоб досягти таких результатів? Ну, мы собрались, у нас было как бы достаточно времени, но все равно по ходу, да, за сколько там, за месяц, за пару месяцев начинали ставить, начинали с нуля, все придумывали сами, то есть мне бывало задавали вопросы, спрашивали, а откуда вы брали, откуда вы отталкивались, я скажу вам по-честному, что мы ниоткуда не отталкивались, все брали с собственной головы, вот наш мозг, который нам все это придумывал, да, мы там где-то корректировали. Но не я все там придумал, все вместе. То есть да, мы как бы добавляли. У нас был очень интересный творческий процесс, мы как бы брались за определенный кусок и синтезировали. Да, и получается, мы репетировали уже под конец перед фестивалем. Час, например, мы репетировали днем, потом приходили к нам на базу, вот, репетировали там тоже пару часов. Ну, то есть, когда затягивались репетиции? По часа, ну, три в день, да? 3-4 часа в день. 3-4 часа в день я там ходила. Тепер будете знати, скільки тренуватися, щоб досягти таких результатів. Ой, треба більше. Слухайте, ну я вас вітаю, ви дійсно молодці. Я знаю вашу команду, ваш колектив дійсно круті в місті. І я бажаю вам майбутніх успіхів, можливо, вже на конкурсі краща команда світу, навіть не країни. Бажаю вам дійсно успіхів, ви круті. Ну і дякуємо, що завітали до нас. Нагадую, Дар'я Гайдар, хореограф, і Олександр Виноградов, керівник танцювального колективу, були в нашій студії, розказували про свої успіхи.